новостей. Я еду в Нью-Йорк, и буду частью я твоей. Нью-Йорк, Нью-Йорк, стоптать я готов ботинки до дыр, лишь бы узнать твой мир. Нью-Йорк, Нью-Йорк, хочу проснуться там, где больше никто не спит, стать королем и залезть на самый пик провинции блюз. Растаял, как снег, начну свой новый век я здесь, мой друг Нью-Йорк. И если покорю тебя я, будет мир кулок дышать тебе. Стал королем и осознал вот славы.
Так что
чего такого сделал? Сижу на полу, как ты сказал, и все-таки. Хорошо, на диване кресло не садится, а дочка на лету схватывает. Тебе. Мне у нас не бывает дома, ты тут одуреешь от скуки. Ну ничего, посплю, пожую вещи. Вот, вот-вот. Ну, хорошо, ничего не буду жевать. Ты скажи, так, так, все сделаем. Сильвия, мы улучшаем гости. Мы навещаем детей в колледж. Ясно. Нет, мне, дорогая моя, свобода, свобода от собак. Поверь, в другом месте тебе будет гораздо лучше. Приемники, что ли? Ну, с приемником я, может, погорячилась. Мы тебе отдадим это, как это называется, общество спасения животных. За гранью добра и слава. Что? За гранью. Сказать тебе что-нибудь. Была? Да нет, но редыкли. Отбросы назад. Предельный срок. Предельный срок? Да во всех приютах, если тебя не забрали, в течение 5 дней все. Считай тебя, усыпили. Сильвия. Ну, я точно знаю, там кто-то с нашим братом не церемонится. Точно тебе говорю. Это будет, я должна остаться здесь. Нет, я должна ему положить конец. Извини, конечно. Ну что, полетит сюда? Как ты отдался без своего? Смотри, потеряешь работу. А ты не переживу? Один день придется просить колледж. Тоже переживу. Ну что ты тогда учился, а? Ну теперь думаю, стоило ли. Я ушам своим не верю. Ты знаешь, я тоже. Да чем все-таки закончился разговор с Гарольдом? Тем, что мне нужно что-то настоящее. То есть? Вот оно настоящее. Да, Сильвия. Еще какое! Крэнфу, скажи ей, она использует тебе костюм. Ну все, все. Сури, это я чуть. Когда-нибудь немного поводить. О, Господи, много это сколько? Не знаю, несколько дней. Окей, так уж и несколько дней. Ура, Чемпионер меняется! Но сразу хочу поставить точки на «и». Вот она, честь. Ты и я. Это твоя собака, Крэк. Да. Ты ее кормишь, да. Ты ее выгуливаешь. Да. И чтобы я не видел, что это? А что? Лужа, Крэк. Она сделала лужу! Это ты, Сильвия. Мечтаю ниже своего достоинства отвечать на подобные вопросы. Она тоже еще. Но она перевозбудилась. Незнакомая обстановка, враждебная атмосфера. Да как все и дело? Ну кто спрашивает, что ты на пультинате? Какие манеры. Слышь, как у нее горько. Подставим меня перед свершившимся фактом, Грэм. Ну, смотри, все чисто, никаких следов. Какой-то ничего не было. Ну так тоже нельзя. Почему нам это? Берите погоди. Сейчас? Грязь! Куда? Грязничек! Назвали! Пони! Дедры! А как же концерт? Идиот же! Возьми с собой Бетти, она обожает концерт. Грязь, не беспокойся этой ситуации. Твоя работа и в данный момент меня беспокоит Сильвия! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? 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 Where did you come from?
спасибо. За что надо. Мне нравится. Ага. А то, что ее обнюхивает, это мой бульдог. О, симпатяга. Боцман. Что, похож? Ты настоящий боцман. Мою зовут Сильвия. Сильвия? Мне нравится имя. Почему нравится? Только здесь есть одна опасность. Опасность? Дай собаке женское имя, и ты начнешь думать о ней, как о женщине. Да ладно. Тебе говорю. Собаку надо давать собачьи имена. Там шарик, полкан, он боцман. Сильвия, как-то что не вышло. Ну, может, это лично. У меня была девочка Сильвия. Хорошенькая? Хорошенькая. Сучка. Мне кажется, они поладили. Боцман! Не увлекайся там! Она поглощенная? Она приблудная, мы еще не были ветеринарами. А, не перевязывай ее, пока не убедишься, что у нее была течка. Женские дела. Надо должна испытать, что это такое, чтобы у нее сохранилось чувство пола. На эту тему есть отличная книжка. Сначала вязь, потом перевязка, я тебе принесу. Спасибо. Привет! Тебе хорошо, Сильвия? Лучше не бывает. Боцман понравился? Не то слово. Ну, так беги назад. Можно? Конечно. Ой, мама, Боцман, берегись. Вот она. Да, ей не хватает уверенности, Сильвия. Ну, почему вы так решили? А подбегает к тебе за одну. Она меня любит. О. Я спас ей жизнь. Для нее не рыцарь, сияющий доспех. Да. Опять что-то не надо. Жена есть? Ну, есть. Она Сильвию приняла? Ну, пока нет. А что? Дети покинули родное гнездо? Точно, я не понимаю. Смотри. В смысле? Можешь увязывать. Да. Мужчина его собака, это серьезно. Ну, в общем-то... Я тебе говорю, женщина это секунд на раз, носом чую. Для моей жены это проблема номер один. Да. А твой случай покруче будет. Почему же? Ну, не обижайся, но... Ты же не мальчик. В твоем возрасте это может прекратиться настоящей страстью. Мы должны за что-то уцепиться, когда жизнь покатится под горку. Я тебе точно говорю, женщины заводят собак. Это ничего. Для них собака – это как еще один ребенок. У них есть материнские чувства. А мужики – другое дело. Когда я вечером прихожу домой, я должен себе напомнить. Сначала поцелую жену, потом приласкай боцмана. У меня... На работе руки чешутся, ему позвонить, перемыть кому-нибудь косточки. Мальчик у меня не тянет, но с этим парень у нас серьезно. Ну, я, кажется, понимаю. А если девочка, то... Продолжай. Был тут один собака. Звали Дэвид. Наполовину басок, наполовину швейцарской гонщики. Полный звездец. Короче, жена застукала его, когда он упал Дэвид и в припадке ревности отдала кому-то. А он синил из на возмещение ущерба. А судья оказался собачником, взял его в сторону. Так и сказал на суде. Отношения между мужчиной и его собакой освящены природой. Кого соединила природа, да не разъединит женщина. С чем же все закончилось? Ну, он остался при Дэвиде, при жене, но между ними как кошка пробежала. Ну, недавно один из наших был у них в гостях. Тебе скажу, атмосфера в доме хуже, у Облонских, Вани Карениной. О, Господи. А на эту тему есть отличная книжка. Ваша игрушка и ваша подушка. Там главный вывод такой. Помни, твоя собака – это всего лишь собака. Повторяй это уже 5 раз на дню. Не человек, а собака. Понял? Да. Все, я тебя в следующий раз принесу. Спасибо. Ладно, мне пора. Тебе надо взять Сильвию на поводок, а то увяжешься сейчас за моим боцманом. Это вряд ли. А ты не скажи, и боцман заводит их на раз. Боцман, домой! Почистили ушки, постригли ноготки, в общем, навели марафет.
Кстати, девушка, которую я купала, увидела не французского пуделя. Почему нет? Крэг, мне кажется, что для уважающей себя собаки
И ты, кошак, подал эту рукомосу, и деньги убил, только я тебя сейчас! Thank you.
тобой вечеринку по поводу нашей исторической... Стой! Что такое? Даже не думай. Она вставляет везде свои мерзкие длинные волосы. Кто? Сильвия. Сильвия. Собака. А, собака. Я молчу, но она все равно. И правильно. У нас Нью-Йорке есть свое интимное. В смысле, интимные места. В смысле... Ты совсем не изменилась. А правда, что вы с мужем все еще играете за дорогой моды на сайте? Не так скажу, мы люди светские. Хочешь, я тебя познакомлю с генеральным секретарем ООН? Нет, лучше с тем, кому интересует вопрос городских школ. Отлично, с собой соберем всех, кто не позволит. Она ждет, представляешь? Я за дверь, она на диван. Собака? Угу. Услышит ключ замки и сразу соскакивает. Не преувеличивай. Преувеличивай. Лежит, она бы улыбается. Я однажды вернулась. Потихоньку и застала ее на месте преступления. Ну, надо было ее не наказать. Ага, накажешь. Надо было, как не знаю кто. Только Грег не слушай. Ну, значит, Грег должен ее наказать. Событий конфликт, их надо в первой же книге ставить на место. Ага, Грег наказать Сильвию. Не смеши меня. Ну, лучше посмотрим. Да. Да. В октябре у нас все остальное, да? Как насчет 6 ноября? Великолепно. Отлично. Все будет в лучшем виде. Мы с тобой прошли огонь, воду, медные трубы. Я не удивлюсь, если ты не вдвоем сидят на этом диване. Да, они все делают вместе. Она пользуется его щеткой для волос. То есть он ее расчесывает своей. Я однажды видела, как они по очереди вязали марушами. А мы увлекся золотыми руки. Ну, эти-то, по крайней мере, сидят у себя в аквариуме. Но иногда он выпускает поклонить вам. Разумеется, он будет все отрицать. Но я его долучка, застукала в поличку. Даже не верится. Да хотим, вместо того, чтобы обсуждать наши планы, давайте обсуждаем что-нибудь. Да, действительно, давай. Ты что, хочешь? Ну, водку. Минералку. Без газа. Я отказалась от алкоголя. Ну, ты совершил. Молодец, слушай. Держи. Говорят, ты разрываешь по гарнему с Шекспиром на устах, это правда? Ну, а почему я, по-твоему, ищу влиятельных людей? Я пытаюсь вести программу, программу средней школы Шекспира. Молодец. В смысле, это в наши дни? В смысле, это в гарнем? Понимаешь, ритм — это то, чем живут подростки. Дай ему слова, настоящие, яркие, Шекспир, да и только. Она хочет, наверное, спать. Да, в одной кровати. Но, надеюсь, ты сказала? Нет. Конечно, даже если нас разделяет покрывало, но Грег на меня, да, я прав во всем. Настоял, чтобы он взял ее с собой за гору. Ну, так ты еще куда? На годовщину нашей свадьбы. Представляешь, ты любуешься пейзажами Новой Англии, а тебе за шиворот капает собачья слюна. Или ложишься с мужем в постель, а вокруг тебя всю ночь нарезают круги. Да. Давай что-то покрыть, да? Ну, нет, нет, не опасно. А я немножко. Немножко знаю, знаю. Он угощается и говорит. В нашем ресторане я обслуживаю собаку. Тебе скажу так, рыбки подходят с дешевле. А потом шляются по городу, берут от булы, и они сводят знакомство с кем попало. Это, говорит, бесценный опыт демократии. А я думала, это Грег республиканец. Был. Мужчины должны быть республиканцами. Это положительно действует на проса. Когда мы был замуж, он выделывал такие вещи. Я не ненавижу фильм. Я когда-то подсыпали крысиного яда. Это конвойная собака, Филипп. Должна поставить вопрос либо. Либо ты, либо она. Думаешь, я не ставила? У нас был пад. Мы крепко нарушили, как Гитлер. Я с ужасом думаю, что мне предстоит прожить с ней еще под одной крышей лет 10. Думаешь, она тоже протянет? Она протянет, я не протяну. Дальше пустит слюну над моей могилой. Помяни мое слово. Вы пришли? У нас костяк Гитлер! Ну, держись. А это наша Сильвия. Привет, Сильвия! Я тебя так знаю. Никогда так раньше не было.
заново. Мир остановился, они играют в свой желтый мячик. Сильвия? Где твой желтый мячик? Не могу же отказать своему Богу. Ты знаешь, я, пожалуй, тоже выпью скотч. Война на победу. Пусть победит сильнейший.
знаешь. Для тебя загадка. Существо иного порядка. С того такого еще не было. Поэтому ты мной и увлекся. Это и есть любовь. Расслабься. Ну ладно. Пожалуй, я побегаю. А перезвонить появился босс? А разве я что-то сказал? Привет, отдыхающим! Здорово, Том! Как вам дела? Нормально. Точно? Ну, если быть точным, то не очень. А, догадывайся о причине. Да, причина Сильвия. Не, причина глубже. Я тут кое-что прочел. Сильвия, отлично. Но у нее это глубоко копает. Там главным образом про нас. Про нас? Оказывается, мы... Дельфины! Полегче, да? Это не так, что ты подумал. Собачники, они все биофилы. Влюбленные в био, то есть в природу. Нас это заложено генетически. Вот отец брал тебя на рыбалку или в горы. Ну, допустим. Мать катала в коляске по зоопарку. Наверняка. Ну все, они пробудили твой биофильский ген. А любовные у нас следовали от наших пещерных предков, которые, чтобы не погибнуть, должны были жить в гармонии с природой. Твоя встреча с Сильвией резко активизировала этот ген. Поэтому это не так привязалось. А биофильский ген твоей жены, можно сказать, тропировался. Точно. Да, для нее природа это хаос. Самую точку. А отсюда все семейные неприятности. Дедок, как если бы ты был гей, она гетеросексуал. Не знаю, что. Да не, я просто назвал тебя своим именем. Того значит, проблема, это значит, облегчить пути ее решения. Поэтому, кстати, жена разводится. Нет, все лучше. Биофил должны жить с биофилом. От этого выиграет окружающая среда. Мы с боссом ищем аспиранта в области лесного хозяйства. Желаю удачи. Послушай, смотри, моя это просто королева бала. Заводная. Или у нее течка. Чего ты взял? Амфоза драла. Ты ее еще не охластил? Нет, пока решил подождать, как ты советовал. Вот, позови их, посмотри, привяжи клиент. Да что за вопрос? Если течки, черт с два. Сильвия, иди ко мне. Сильвия, ну, пожалуйста, держи как милее. Да я там, ваш босс, он просто принц. А, да. Что, у тебя случайно нет? Меня? Нет, что? Ну, я так, на всякий случай. По-моему, у нее зуб в одном месте. Она ласковая от природы. Она ко всем ластится. Девочка, как пить. Ну, так я пойду. Иди. Слушай, по-моему, ты прав. Это же все признаки. Что я должен делать? Ну, оставь ее дома. Твою жену? Не. Ну, тогда отошли ее. Твою жену? Сильвию. Исключено. Ну, на период охоты. Неприятностями. Так. Что такое? А где боцман? Где Сильвия? Вон они, вон. Нет, ты не там смотришь, вон за тем кустом. Блин! Ну что я говорил? Я против нее. Я не успею. Я плевать хотел. Не нанести травму. Ну что, к сожалению, не подумай. Что она видела? Прогулки на молотке, подсилку в доме. Ну, разве не куда ее хоть что-то чтобы было что вспомнить. Сукин сын! Чего? Это же насилие! Сучка не захочет, кобель не вскочит. Слышишь ты? Не мне так говорили мои? Убедился. Мы думаем о них, как о людях. Да. Сильвия, девочка моя. Зато теперь можешь ее охластить. А ты кастрировать своего боцмана. Да не извини, тогда он потеряет свое лицо. Знакомая песня. Мужику кай, а женщине страдания. Да ладно, остынь. Думаешь, она залетит? Не обязательно. Пускай залетит. Я согласен. Сильвия будет хорошо. И я рядом. Приму роды. Это нас еще больше сблизит. Ты знаешь, сколько я за своими детьми возился, когда они были маленькими? Подкармливал, купал, менял памперсы. А по воскресенье...
Ксения с женой набрали с тобой в кровать и брали по покрывалу. И Сильвия также. Возьмем щенка в кровать и будем, будем, будем. Да, брат, это уже серьезно. Сам пишу. Значит, первым делом отведешь ее к ветеринару. А сам прямиком к психиатру. О, закончили. Боцман, домой! Самовлюбленный совет. Так, да. Ты что-то сказал? Хорошо погулял. Не пора ли вам? Я спросил, хорошо погулял. Почитаю, да не обсуждать. Не нравится босс? Кто? Я тебе напомню. Мы с коровой Кабелина, который только что удалился оттуда, с гордо поднятым хвостом. Ага. Так он тебе нравится? Твоих же интересов. Да что ты мне еще скажешь? Что нужно уметь владеть своими чувствами. Еще ни одна собака не вступала на британскую землю без этого.
если это собака не задает коридор. То есть мы должны ее убивать? Мы отдадим вам хороший вид. Ты ведь попросила, правда? Ну да. Нет, я имею в виду, ты сделала это недавно, после того, как появилась Сильвия. И что? Ты пытаешься разлучить меня с собакой? Это в частности. Это главное. Грег, ты посмотри, что с нами стало. От нее одни неприятности. Господи, что это за запах? Ну, это Сильвия. Видели нас, предупредил, что у нее могут быть газы. Черт бы тебя побрал, Сильвия. Я не после операции. Мама, что ты поедешь в Англию? Я не поеду. Что? Без Сильвии я не поеду. Грег, если бы ты меня любил, то бы поехал. Ты сказал, если я приеду в гости. Я буду там полгода. Так долго? Да, так долго. Я выдержу. А я нет. Что ты хочешь мне сказать? Если бы ты меня убил, ты бы мог подыскать ей приличный дом. Ее дом здесь. Это мой дом. Даже без меня. Я не могу ее бросить. У меня сидит этот Ген. Да? А у меня тоже сидит Ген, который говорит, что я связала свою жизнь с одним человеком, что я должна поставить на ноги своих детей и сделать этот мир хоть немножко лучше. Ладно, поговорим об этом в другой раз. Утро вечером приди. Хорошо, я иду спать. Ты идешь? Да, чуть позже. Ситуация серьезная, Грег. Я сам пишу. Спасибо тебе, Сильвия. Ты прогрызла огромную дыру в 22-летнем браке. Эй! Боцман! Меня, подожди! Прости, Сильвия, прости, дорогая. Пора принимать лекарства. Да. Пожалуйста. Ну, прости. Ничего, я смешаю его с едой, ты ничего не почувствуешь. Я люблю тебя, Грег. Да было бы за что. Слушай, когда ты поступаешь, как последнее слово, я все равно люблю тебя. Я стал в руках вполне известно. Не знаю почему, признаться честно. Даю советы, но не знаю сам, как сделать так, чтобы любовь вернулась к вам. Боюсь признаться самому себе, что нахожусь с собой в борьбе. Понять себя совсем я не могу, так же не пожелаешь и заклятому врагу. Please don't be great. Предпочел компанию Сики, и вот боюсь, что ты затеешь, ничего не выйдет. Ну, выйдет, выйдет.
что они все же достигли. Да вы сядьте. Все мы говорят сидеть. Что стоит? Пока Грины нет. В прошлый раз вы сказали, что он влюбился в Сильвию. По уши. Да и преувеличивайте. Преувеличиваю. Слышала бы я хоть половину тех слов, которые он ей говорил. И что они не говорили? Ты сегодня прелестна, ты просто неотразима. Я люблю тебя, мало? Ну, может быть, вот так говорит с вами, опосредованно, через Сильвию. Нет, если он никогда на меня так не смотрел. Даже когда мы только поженились. Как же он на меня смотрел? У него в глазах появляется какой-то далекий свет. Что-то такое первобытное. Мне кажется, как это выразится, их не связывают физические отношения? Нет. Ну, все бывает. Они, конечно, не улыбаются, целуются, но дальше не идет дело, к сожалению. А почему вы так говорите? Ну, тогда бы это был просто тривиальный роман. Любая романствующая жена способна с этим справиться. Но здесь, Лесли, я столкнулась с какой-то неведомой силой, уходящей корнями в седую древность, когда Бог впервые вышел из леса и улегся у костра у ног первобытного человека. А вам не кажется, что первобытная женщина могла бы прогнать Бога обратно в лес? Я пыталась. Я выбила Брант в Англию, но стало еще хуже. Перспектива разлуки только обострила его чувства, теперь он ее точно не бросит. Вот это он. Грет, Лесли, Лесли, это Грет. Добрый день, Лесли. А Сильви снимает швы, поэтому я опоздал. Это никому не интересно. Окей, вы все сказали. Теперь Грет будет сказаться. А помимо у меня обнаружились листы. Помнишь, когда она делала лазарную по ковру? Ну ничего, парочка розовых бирюлек и с этим будет покончено. Видите, с чем мне приходится иметь дело? Окей, мне кажется, хотели позвонить. Немножечко попробуем. Да, я должна сказать, что лечу много на дна. Я занимаюсь такими проблемами, не первый год. Но он же не слушает, это стена! Давайте поговорим. Давайте. Сажайтесь. Спасибо. Расскажите мне. Вы знаете, в последнее время она сама на себя не похожа. Хорошо, что вы это заметили. Да, последние недели особенно. Как вы думаете, почему? Да тут нечего думать. Она на меня обижена. За что? За то, что я это сделал. Что именно? Кастрировал ее. А, так вы говорите о... Сильвии. Вы что, не хотите, чтобы я ей говорил? Ну, чего же у вас есть такая проблема? Кейт не хочет. Я очень хочу, чтобы вы мне рассказали о Сильвии, потому что, рассказывая о Сильвии, вы мне рассказываете о Сильвии. Хорошо. У нее прекрасные глаза. Я теперь понял, что такое ясно. У нее ясные, глубокие, серьезные глаза. Это не значит, что она перебит серьезно. Оно бывает. У нее очаровательная улыбка и совершенно бесподобный зад. Я постоянно слышу комплименты по поводу ее зада. Если вы видели, как он гуляет, когда она идет по улице, прохожие останавливаются. А в парк, когда я привожу, ее дружки вокруг меня так и бьются. И так и то, что ей недавно перевязали дом, боцман, тот вообще. То есть вы знаете, что мне написал Шекспир? Шекспир? О, Сильвия, не знаю, что сказать. Ни от того, что сердце охладело, нет, на мои уста кладет печать моя любовь, которой нет предела. Как в зеркало глядясь в твои черты, я самому себе кажусь моложе, о, Сильвия! Мне сердце даришь ты, и я тебе свое вручаю, Грет! Да. У нас не так много времени. Увлекся. Как меня зовут, Грет? Лесли. А я мужчина или женщина? Вы... Да, немного. Нет, я специально поставила вас в затруднительное положение. Так вот, именно такой Лесли.
Ее зовут Кейт. И стать другой женщиной. Замену послушной женушки, жившей с вами в тихом пригороде. Замену дочери, восторженно ловившей каждое ваше слово, вы искали такую женщину, Грэм, чтобы ее не существовало, вы бы ее выдумали. Из дома для престарелых. А это зря, Грэм. Вы должны использовать это время на всю катушку. Вот, например, я изучаю границы половой идентификации. Ей исполнить свой материнский долг, утверждает себя в школьной аудитории. А вот вас, Грэм, явно наметил себе в сторону романтических фантазий. Бросьте поводок, Грэг! Возьмите за руку свою жену! Убедитесь, что вы стоите вместе двинуться навстречу заходящему солнцу. Да, это есть. Устала. Мы все сегодня изрядно попадем. Ну что, я забыл, Кейт, мы обсуждаем так? Вы, кажется, забыли одну маленькую вещь. Сильвия? Ну, вы встретились с ней, вы встретились со мной, а вам не кажется, что и Сильвию вам тоже стоило бы встретиться? Если хотите, чтобы я провел терапевтический сеанс с вашей собакой? Почему сеанс? Вы совсем из меня психа сделали. Лесли, погуляйте с ним, пройдитесь до угла, и тогда вы увидите. Что ж я увижу, Грэм? Потому что Сильвия – это больше, чем имя, или собачий ген, или психический синдром. Чтобы это понять, заведите собаку. Собака должна быть в каждом доме. Так и записать в Конституцию. Это не столько наше право, сколько священная обязанность. Проголосовал! Получили лицензию на собаку. Как бы все прекрасно устроило? Вы и я, Ясин Мандел, и Ясин Арафат, и мы Лосли. Мы все собираемся в клубе и говорим о наших собаках. Да. Сейчас скорее мы распрощаемся, тем будет лучше. Мне Сильвию давно уже пора кормить. А, вот и где. Кейт, вы должны сделать две вещи. Да. Во-первых, развестись с Грегом. Да. Вытрястись его все до последней копейки. Но... Второе, купите ружье и пристрелите Сильвию. Сядьтесь, промеж глаз. Извините, я опаздываю, прием к своему психиатру. Как сказал Шекспир, звездец подкрался незаметно. Я каждым твоим словом
прощаться поскорее. Не опускать ни на минуту, ни на шаг. Спрошу тебя, ты не ответишь. Точно так, точно так, точно так. Сегодня они готовы задушить тебя в пакете, а завтра забывают в машине, и ты меня отсюда.
должен держать обещание. Когда? Сегодня. Сегодня? Сейчас. Можно хотя бы с Боцманом попрощаюсь? Ты же только что увиделась с ним в парке. Ну ты и фрукт. Привел меня домой. Приручил, кастрировал. Сильвия. Да, блин. Ты изуродовал меня как женщину. И после того, как я еле отправилась, после того, когда я решила, что солнце восходит и заходит там, где живешь ты, ты отправляешь меня в какую-то занудную, дружную семью в пригород. Неужели ты не чувствуешь за собой вины, Грег? Еще как чувствую. Ты взял на себя моральное обязательство, черт возьми. А что скажет общество защиты животных? То, что через неделю ты обо мне забудешь. Да и не правда. Забудешь ты. Даже если я приеду тебя навестить, ты обнюхаешь меня, дашь себя погладить, и все. Да как ты видишь, Крэн? Открой это сильно! Это антипский танц, 20 минут. И кто первый узнал, когда он вернулся домой? Ни кормилец, ни родной сын, ни преданная жена, черт бы я побрал. Его пес. Пес, который все эти годы лежал на пороге и ждал своего хозяина. И что он сделал, когда он пришел? И когда он увидел своего хозяина, он поднял голову, вернул хвостом и спустил его. Сильвия! Я не забуду тебя, Грег! Ты не ешь по-живому. Ладно. Мир не без добрых людей. Поставим точку. Едем. Последний раз посижу с тобой рядышком в отсутствии божественной супруги. Ну вот, она крикнула, хоть из этого беги. Я же вроде должна была быть завещание. Какая часа кончилась? Когда собираемся? А бригадир? Ее зовут Сильвия. Ну где она? Почитай держаться от тебя подальше. Грег, я знаю, что для тебя это тяжелое испытание. Да. Я хочу, чтобы ты понял, я оценю твою жертву. А вы ничего не забыли? Ее подстилку, миску для еды. Что вы не собрали? Алешу пняч. Я нигде не могу его найти. Жаль, что она умеет без своего левшего пнячка, ее любимая игрушка. Она как-нибудь переживет. Я не могу сейчас это. Грег, ничего не идет. Еще я сбежала. Да? Хотела проститься. С Гарпи? Сильный Грег. Великодушие победителя. Грег. Ладно, не играйте свою сцену прощения. Сильвия, Сильвия, ко мне. Сильвия, иди сюда. Ну? Кейт хочет с тобой проститься. Сейчас же руки подложат. Сильвия, пожалуйста. На кого рассчитывать? Это театр. Ладно, хватит. Проститесь по-человечески. Сильвия, может быть, у нас что-то было не так, ты знаешь, кто старая помянет, тому классиком, но никак не жила с братами. Сильвия, мне очень жаль, что у нас что-то пошло не так, но ты очень удачливый, Сильвия, да. Грегу, бей по дороге новый желтый мячик! Говорят, ты ее искала? Это же все хорошо, что прошу кончается. Тебе лучше, все в домашнем личном состоянии. Только здесь отметина зубов. Она нашла ее в чулане, настояла, чтобы вернуть тебе. Грег, книгу нашел ты, а принесла она ее по твоему настоянию. Как скажешь. Я дорожу себе. И зачем? А я вот все думаю на твоими словами. Каким? Жаль, что с самого начала у нас нашлось все не так. А сказать же, что такое не так? Ну, не так. Это когда отец семейства сбегает с неба и своих детей. Не так. Это когда двое сидят в ресторане молча, потому что им сказать нечего друг другу. А еще не так. Когда единственного ребенка отдают в Феликс. Вот что такое не так, Кейн. Сильвия, а теперь я тебе скажу, что такое так.
Что я в этом понимаю? Я же всего-навсего собака. Спортивная ложь. Кем читала сын, тайный жизнь собак, а Сильвия